Так, вот и начался мой новый марафон. 83. Так, сегодня у меня день красоты. Еду красить волосы. Так как вчера посмотрела в зеркало, а моя седина уже блестит. Нужно наводить порядок. Подстриглась, а как бы времени не было ни на покраску, ни на укладку. А вчера... Да что такое, блин? Бабили это, что ли? Посмотрела вчера на себя. А как включаю свет в ванной, но на зеркале не включала. А это вчера включила на самом зеркале и увидела свое серебро. Так что надо быстренько это все закрасить. Ну, навести, короче, марафет. Так, я уже записалась, уже бегу, потому что уже опаздываю. Одела шапку только для того, что я буду ехать с пакетом на голове. И чтобы это было не видно, как бы под шапочкой. Это так, еще одену капюшончик. И быстренько, тут недалеко, ну, как бы 2 квартала проехать, и уже там будет моя парикмахерская. И быстренько назад, сейчас еще утро, так что я надеюсь, что меня никто не увидит. Такую. А увидят уже, когда я буду красивая, с укладкой, и вот такая вот вся. Так, все, сбегала я, быстренько навела красоту. С такой скоростью я уже давно на велосипеде не ездила. Я прошмыгнула туда и обратно, чтобы меня никто не видел. Ну, потому что одела старую шапку, чтобы новую не вымазать, если что. А та черная, которая у меня, допустим, на ней, ну, как не будет видно этой краски, она немножечко маловато. Ну, в общем, теперь я вот это вот все сейчас, еще минут 10, наверное, похожу, и все это быстренько смою, и уже можно наводить порядок на голове, делать укладку. А то я подстриглась, помыла, все, никакой укладки, тем более вот это вот сейчас выходные были. Вообще даже не занималась своей прической, я вообще не думала. Ну, как, знала, конечно, что короткие волосы – это каждый день укладка. А что, длинные, завязала в пучок, и все, это уже прическа. Теперь я достала вам свои бигудюшки, мусс достала, сейчас это все наведу красоту. Так, покрасилась, уложила так, как мне нужно. И мне кажется, что они уже отросли, уже не той формы, как было, хотя прошла, сколько прошло? Ну, дней 10, наверное, уже прошло, и уже вот это вот, вот эти места уже вот торчат не так, как было. Нужно уже, наверное, ну, еще чуть-чуть, и уже опять пойду подстригать. В общем, цвет мне нравится. Уже все уложила так, как должно было лежать. А теперь сделаю отчет за месяц, за сколько я за месяц похудела. Из чего я начала худеть. В Инстаграм была какая-то акция, ну, даже сейчас не скажу, как она называется, в общем, там косметолог, или как она называется, ну, в общем, разыгрывалась процедура, если я правильно ее выговорю, по-моему, это был криолиполис, это такая вот штучка, она присасывается к животу и вроде бы как там замораживает это все, и потом вроде бы как, по идее, должен уходить вес. В общем, в Инстаграм я зашла, там нужно было что-то подписаться, ну, в общем, всю вот эту процедуру сделать, и методом там регенерации, ну, в общем, короче, выбрали меня, и, в общем, я попала на эту процедуру, сделала ее, я ее даже немножечко засняла, но это было уже давненько, это было, наверное, еще в октябре, с чего я начала уже свое похудение. Я весила 93 килограмма до этой процедуры. Потом я эту процедуру сделала. Там нужно было какую-то диету придерживаться, воды им побольше пить. Ну, естественно, кто там что там делал. У нас же как волшебная таблетка. Если мне это сделали, значит, жир сам должен там где-нибудь рассосаться. Но все так получилось, что... Да, вес немножечко тронулся, я уже заметила, когда уже было 90-500, и тогда я начала уже свое активное похудение. Ну и получается, за месяц у меня вышло, ну, с первого по первое, это у меня
ой, не скажу сколько, 83, 7, 7,5 килограмм. Ну и там чуть-чуть, и те 3 килограмма. Ну, как бы я тебе не считаю, но даже если так говорить, то, короче, получается чуть больше месяца 10 килограмм ушло. Я довольна своим результатом, у меня нигде ничего не висит, то есть вес уходит, как бы мне хотелось, чтобы вес очень быстро уходил. Первые 5 килограмм прям улетели на ура, ну то есть это, наверное, скорее всего была вода и все остальное. Сейчас он уходит медленно, но уходит. Я бы, конечно, еще раз на такую процедурку бы сходила, но она как бы дороговата. Если бы ее выиграть, я бы еще раз сходила, но так пока не пойду. Сейчас я покажу эту процедуру и немножечко покажу, ну, как все свои весы за месяц. Совсем недавно, наверное, в сентябре, купила себе две помады, но особо ими так и не пользовалась. Одной мне цвет понравился, прям такая красивая, так это не та. А у другой цвет, как бы, наверное, слишком яркий. Вот эта мне помада понравилась. Вот такого вот она цвета. На таком магнитике. А вот эта вот, по-моему, слишком яркая. Она такая морковного цвета. Сейчас покажу. Даже она не морковная. Она на камере морковная, а тут она розовая. Яркая такая. Тоже на магнитике. Вот эта вот, которая была первая. Вот такая вот нежная. А сейчас покажу другую, которая поярче. Мне кажется, она мне не очень идет, что я комплексую ей красить. Это такая вроде бы как естественная и, ну, не такая броская, не бросается в глаза. Сейчас покажу другую. Это вот, вот такая вот, но она немножечко посуше. Та была, ну, как пожирнее. Это посуше, но
На губах она приятная, но мне кажется, что все-таки, наверное, не мой цвет. Так. Дома походить могу. В люди, наверное, все-таки с таким цветом не выйду. Что-то я так слишком яркое для меня. Еще так, с помадами разобрались. Еще хотела сказать, наверное, или поделиться. Так, сейчас что-то настроим. Угу. В общем, какая ситуация происходит? У меня растет женское счастье. Такой цветочек. Он у меня уже давно. И он у меня такой захеревший-захеревший. Ну и где-то я вычитала. Сейчас я его покажу. Ну, что-то сильно близко. В общем, вот эти вот все листочки. Вот он такой вот весь. Вот, вот здесь вот он. Как-то вот. Ему уже много лет. И все он у меня никак не этот. Не воспрянет. В общем, он бедненький, дохленький. Я за ним и ухаживаю. Ну, в общем, я где-то вычитала, что говорят, что когда вот такое вот женское счастье, ну, женского счастья в доме нет. И тут я его сегодня поливаю. Сейчас я покажу. Опять переключу камеру. И вот смотрите, что я обнаружила. Вот он, маленький отросточек. Значит, еще не все потеряно. Не все, правда, найдено, но еще не все потеряно. Будем надеяться. Я, конечно, понимаю, что не в отросточке дело, и не в самом цветке. Пока ты свое счастье не построишь и не возьмешь все в свои руки, то ничего не исполнится и не сбудется, и ни на кого надеяться не надо, тем более на цветок. Ну, раз он выпустил отросточек, я думаю, что скоро у меня все наладится. А еще я слышала, ну, краем уха слышала, краем глаза видела. Ну, такая вот ситуация у меня. Ну, пока не могу еще об этом рассказать, боюсь сглазить. Ну, думаю, что, как я слышала, что через 3 месяца это все сгруппируется, или как там. Ну, в общем, если через 3 месяца то, что сказали, не сделают, тогда я расскажу и причину своего похудения, и причину, наверное, вот этого отросточка. В общем, так все запутано, сама ничего не поняла, чего сказала. Ну, смысл я поняла, но пускай это будет интрига. Подождем 3 месяца. 3 месяца. Я 10 лет ждала, подожду и 3 месяца. Кто знает, что происходит с цветочком. Был зеленый, было все прекрасно. Я его поливаю. Вот за один вечер, за одну ночь, он вот так вот пожелтел. Даже не знаю, что с ним случилось. Вот он весь такой вот желтенький. Я еще раз повторю, что начался с сегодняшнего числа начался мой очередной марафон. Он проходит у меня 10 дней. И потом несколько дней перерыва. Но в чем заключается мой марафон? В том, что я вот эти вот все 10 дней делаю все там по пунктикам. Встала, сходила в туалет, взвесилась, попила воды, позавтракала. Или там, ну как, попила воды, сделала зарядку, позавтракала, потом водные процедуры и все такое вот. В общем, в таком порядке. Потом несколько дней перерыва, так что я могу даже и не чистить зубы. Ну, как бы зубы я чищу, но уже не в таком плане, что вот все четко по полочкам разложено. Блин, эти собаки замучили. И такая идея проскочила, что я в том видео сказала, что кто хочет, присоединяйтесь, но не обдумала эту всю ситуацию, как это все будет происходить. Если у кого-то есть какие-то идеи по поводу вот этого марафона, как это создать все в одну группу и, ну, как объединиться с девчонками там или с мальчишками. Хотя по статистике меня смотрят 70% мужчин, как у меня в творческой студии показывает, а пишут только девчонки. Там 70% мужчин, 30% девочки.
Ну, так что, если даже и присоединятся мальчики, конечно, я не против, если подадут какую-то идею с этим марафоном. Ну, вот подскажите мне, я просто никогда в таких марафонах не участвовала и не знаю, как это все сделать. Ну, то есть, как бы одна, как говорят, один в поле не воин, а когда нас много и присутствует дух конкуренции, борьбы за лишний вес, тогда уже начинается немножечко по-другому. И вес уходить, и, ну, в общем, вместе мы сила, один, то есть, как бы, никто. Если есть какая-то идея, подскажите, пожалуйста, так что отвечу, и если там, как бы, будет идей много, выберу какую-нибудь самую оптимальную, которая подходит именно для меня. Буду очень признательна, если таковы идеи будут. По поводу сегодняшнего дня, у меня сегодняшнего дня, наверное, со вчерашнего, по следующее воскресенье у нас выходные, нам объявили каникулы. Сегодня мы сходили с малым уже на тренировку, мы были на стадионе, мы ходили с сестрой по стадиону, не знаю, сколько мы кругов намотали, но я уже находила 5000, хотя я себе норму установила 6000, иногда я ее не выхаживаю, хотя по правилам нужно ходить 10 тысяч шагов, но мне хотя бы 6 выходить. Но то, что я не выхожу, мы ездим на велосипеде. То есть у меня сзади груз 20-килограммовый, и, как говорится, если вам легко, возьмите груз. Этот груз всегда со мной, это мой хвостик, так что я уже привыкла, что я уже его не чувствую. Но когда купила велосипед, конечно, было тяжело, во-первых, самой ездить было тяжело, а еще сзади груз сидел, так что пока я привыкла, сейчас уже для меня это легко, это уже нормально, я чувствую, что у меня уже как бы ноги немножечко так, не скажу, что прям там фантастика, но уже чувствую, что подкачались. То есть, когда много разговариваю, горло еще как бы кашель не полностью прошел. То есть, не скажу, что я усиленно занимаюсь, там какие-то усиленные у меня тренировки, нет, такого нет, но с крайности в крайности. Либо велосипед, либо хожу пешком, либо и то, и другое, и еще там, либо утром, либо вечером какой-то комплекс упражнений делаю. И вот так происходит мое похудение. Еще сегодня и, наверное, в течение недели, опять же, уже забыла то, что хотела сказать, нам объявили каникулы, ну, как бы они оплачиваются, мне очередной отпуск. И за эту неделю я хочу избавиться от всего хлама. То есть от тех вещей, которые, там, допустим, я похудею и буду их носить. Или там жалко выбросить. Или вот эту маечку я там покупала еще, знаете, когда, ну, что еще. Уже и не ношу ее, и выкинуть жалко. Ну, в общем, вот, я начала сегодня с ванной. Выбрасывала весь ненужный хлам. Завтра начну, наверное, с кухни, потому что у меня вот в этом уголке, там диван открывается, и там много лишнего барахла, который там, допустим, рулон обоев. У меня уже таких обоев нет, а он до сих пор лежит. В общем, выброшу все. За неделю я хочу выбросить все. Все свои вещи, которые там у меня есть, рабочий стол. Я за него уже, наверное, около года не садилась. Сложу все по коробочкам, там где-то что-то все поподписываю. То есть, но по секрету скажу, начинаю новую жизнь. Не только, допустим, похудела, подстриглась, но и потихонечку вхожу в ту жизнь, которую я хочу. Не буду выдавать пока всех секретов, всему свое время. На этом я заканчиваю. Увидимся завтра и, надеюсь, весы меня завтра порадуют. Всем пока!